Привет, с вами Макс, и сегодня мы заценим одну новенькую игруху под названием Gorebox. Это тот же, такая же песочница, но как бы уже получше. Итак, посмотрим, что у нас здесь есть. У нас есть менюшка оружий, магазинчик. А, в принципе, тут и так уже. А, только такой, что ли, выбор оружия? А, тут еще есть. Нормально. Но этот меле еще не разблокирован или еще в разработке. Что у нас здесь? Map Directory. Это походу где хранятся будут наши карты. Графика быстрая, balanced quality. Хорошо, addons. А, это создать контент для этой игры. Итак, это версия 1.0.0. Давайте уже начнем. Так, давайте начнем. Legacy. Нажмем. Не нажал. Да? Воу. Так. Хорошо, мы здесь. Куда? Куда ты сразу-то? Да ёб твою налево. Я не знаю, что было за дерьмо. Ну, короче, когда я перезашел, что-то я не мог двигаться и ничего такого. Ну, короче, вот так вот. Итак, мы снова здесь. И я график поставил, конечно, как всегда, на минимальную. Теперь шакали тут отлично. Так. Нормально. Так, это прицельный у нас. Это... Так, перезарядка. А че она так долго идет-то? А, или можно два раза. Ладно, стой, хватит, хватит. И во время перезарядки нельзя встретить. Короче, джамп. Так, это с расстояния. Так, посмотрим, как, какой стрелок. Ну, еще так, когда ты стреляешь, то попадаешь вверх. Так, короче, ладно. Это еще что? А, точно, мы же на крыше какого-то здания, походу. Что у нас еще есть? У нас есть... Ясно. У нас есть это. И у нас есть бочка, которую мы можем, походу, взорвать. Давайте взорвем. О! Взорвали. Теперь ее нет. Также у нас есть вот этот вот автомобильчик. Но мне кажется ли, он в одной игре был. Надеюсь, вы помните. Это Combox Sandbox. Вроде такая машина там была. Или не было. Я, короче, не знаю, не помню. Также у нас есть вот такой обычный челик, который просто смотрит по сторонам. Ну и, короче, если мы его ударим, то, соответственно, ему будет больно. Что это было? Короче, не знаю. А если вот так вот, то ясно дело. Ему будет больно. Но у нас же так есть и тулган. А что у нас вообще? У нас есть М249 и М1911. Бита и тулган. Так. А, если мы на него прыгнем. А, туда же это все. Так, короче. Что мы можем... Что мы... Так, это, походу, как-то вертить надо, короче. Use, так, спавн. О! Мы можем спавнить NPC, так. Delete, jump. Все, короче. Челик! Нет! Я тебя спасу! Я тебя спасу! Как ее спасать? Почему тут нельзя? Как-то... Ну, ладно, все. Ему уже конец. Nope! Черт, промахнулся. Nope! Фу. У нас же так есть это. Прекрасно. Давайте мы посмотрим на этот сундучок. Что у нас есть? Музыка. У нас музыки нет. Оптимизация. Почистить кровь. Очистка деталей. Что у нас в экстре? Так, фотомод тугл. No gravity, no clip тугл, slow motion. А чё? Так, это бессмертность, походу, да? Допустим. Что у нас здесь? Full barrel, propan tank. Так, это у нас походу взрывающийся. Что это? Small bullet. Так, это походу здание. А эти пока что заблокированы. Окей. Vehicles. Только одна машина. NPC. У нас только дружелюбные. Но походу еще какие-нибудь будут. Кастом. У нас кастом ничего. Настройки менюшки и все, в принципе. В принципе. Все.
Вот все. Так, давайте мы уже поедем на нашей. Так. Жиги. Ну, может быть, это не Жига, но по виду это вообще какой-то, не знаю. Вообще какие-то машины такие. Так, интерджект. Ага. Только вместе почему-то уже. А я могу ударить машину и пострелять на салоне? Походу нет. Короче, дело. Так, какие рулить? А есть вид от третьего лица. И тогда спускаемся потихоньку. Так. Ой, надо как-то его толкнуть. Ну, толкай. Толкай. Ладно. Короче. Куда? Я туда не пойду вообще. Надо его как-то толкнуть. Ну или есть второй вариант. Так. Юз. Так, юз. Юз. И спаун. Все, у нас есть моделит. Все, у нас есть машина. Стану даже краситься. Я же уже голубым цветом сразу так. Ну, управление. Управление как управление. Только теперь надо как-то ориентироваться по этому всему. Ведь надо сейчас. Так, еще раз. Назад аккуратно. Хочу взять и газку прибавить. Надо выйти. Возьмем наш тулган. Юз. Спав. Ни хрена! Что я сделал? Ой. Это случайно вышло. Ладно, удалит. Возьмем эту тачку. Инжект. Инжект. Алло. А. Так, короче, инжект. Возьмем биту. И с полного разгона поехали. Адский разгон. Адский разгон! Адский разгон! Адский! Мы спустились сюда, и что мы видим? Стены. Деревья. Что еще? В принципе, больше ничего. Машина, походу, там наша. Желтая. Где-то там. Надо проверить. Здесь тоже что-то еще. О, вот как раз наша машина. На! Кстати, мы можем ее взорвать вообще? Давайте это посмотрим. Так. Few inches later. О, смотрите, да, походу. Я сейчас в нее пострелял, и она стала какой-то ржавой, всей, вся помятая и так далее. Вот видно даже. Вы сравните эту тачку с этой. Вот, ну еще и дым пошел. Ну, значит, ее можно взорвать. Вчера еще взорвали. Так. О, прекрасно. Посмотрите, как это все выглядит с этой стороны. О, красота вообще. Только эта тачка тоже зовется. Интересно, можно как-нибудь. Да. Мы можем. Как я уже. О, все. Мы снова появили. Короче, опять это была реклама, лагающая у Facebook. Короче, что это еще? Не понимаю, что это, ну ладно, так. А это что такое за тачка? Опасно. Не знаю, в чем опасность. Да куда меня опять несет? Давайте мы еще кинем нашего персонажа. А давайте мы вообще много таких заспавним. Юз. Так, оптимизейшн. NPC. Unmored. Давайте мы юз. То есть так, спавн. Вест. Спавн. Ну, ненадежный. Так, аккуратно. Ненадежный. Я сейчас проверю на тебя. А этот, смотрите, слушайте, какой крепкий орешек. Ой, короче. Не, ну, посмотрите на него, я уже стрельнул несколько пуль. А ты чё? А ты? А ты чё? Смотришь на меня? Я же вижу, что ты смотришь на меня. Вот сейчас ты повернешься ко мне. Извини, пацанчик. Но так надо было. Интересно, есть ли бочка? Так. О, это что, наш персонаж сказал или кто?
Ну, короче, давайте почистим. Почистим это. Ну, короче, вообще почистим все детали. Они не чистятся. Но только мужики валяются. В принципе, больше ничего. А можно как-то ее стопать? Нет. В принципе, предмет. Какие у нас? Так, давайте поедем снова вниз. Прыжок. Адский разгон. Аккуратно. Интересно, если не врезаться в стену. В принципе, ничего не будет. Возможно. Так, короче. Найдем какую-нибудь территорию. Тут бегать нельзя, но только такой бег. Или так не бег. Короче, давайте посмотрим. Small builder. Use. Спавн. Что это? Это типа small builder? Типа маленькие объекты? Такие. А если побольше? Big bo... А, это типа шарики, что ли? Только бы... Дождь! Да что с этими шариками такое? Да куда ты их растопчешь? Стой! Да ты сам стой! Все, стой, стой, стой. Все огромное. Куда-нибудь сюда положим. А этот вообще будет идеально подходить. Только опять. Ну опять. Ну куда вы все поехали-то, шарики? Я сильный. Остановлю его. Стой, ёпта! Все. Стой. Кста. А у них... Да, походу, вроде пыли не отталкиваются. Ну, это, походу, симулятор. Я опять свою машину везу. Все, короче. Назад. Поворот. Ну все, вам конец. Особенно мои жиги. Но! В смысле? Это что? Все? Это у нас все, что типа способен. Стой, шарик. Ладно. На. Ну, в принципе, все. Мы взрываемся, все так далее. На этом, пожалуй, походу и закончим. Так что, если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Макс. Всем удачи и всем пока.